Сынок, просыпайся, тебе пора в школу. А можно нет? А может, я отца позову? Ладно, аргумент. А где мои учебники? Ну, в смысле, вот. А, ты их сюда сложила? Да. Ладно, тогда, когда приду, пожалуйста, еду. Хорошо. Хотя не надо. Ладно. Окей, теперь нужно будет идти в школу. Это очень сильно изматывает, но все же придется пойти. Как же я не хочу. Хотя у меня там друг появился, и, может быть, с ним что-нибудь сегодня затеем. Может быть, прогуляем сегодня. Да. Давай сегодня прогуляем. Предложу ему прогулять, ну или, может, он чуть более воспитан и откажется. Но это уже не мои проблемы, если что, я сам прогуляю. Потому что я хочу все же обследовать город, потому что я в нем ничего не знаю, ничего нигде не видел. Я хочу осмотреть город и узнать, что где да как. Всем привет! Это моя школа, все. Это моя школа, это я ее захватил. Я тут сам такой. И нужно будет сделать так, чтобы все меня подчинялись. То есть, извините за опоздание. Я не спал. Ты спал, да. Нет, не спал. Да, ты спал, кого ты обманываешь? Пока. Она что? Да проснись. Чё ты тут, а? Сколько уже времени? Да. На империю не обращать. Да, в общем, это 5 минут. Я просто дома не уснул. Не уснул, а чем занимался-то? Комф играл, да, я так понимаю? Да, ага. Слушай, так вот, я чего вообще пришел? Ну, приходите, в принципе, ну, конечно, учиться. Конечно, учиться. Смотри, у меня к тебе есть такое предложение. Может, уроки прогуляем? Ну, не знаю. Если родители узнают, то знаешь, что будет. Да мне то же самое будет, ничего страшного, в принципе. Если от плохо, короче, нам будет, то будем обоим. Да. Так что, ты согласен? Да. Сейчас, только подожди, это дневник, посмотрю в оценки. У меня нет оценок, кстати. О. Дай в оценки посмотреть. Ладно. Давай тогда ждем звонка и сразу же. Окей? Хорошо. О, звонок. Наконец-то. Все, давай. Все, Мария Ивановна, если что, мы никогда не разговаривали. Пошли. Так. Ну, во-первых, не пошел, а пошла. А вторых... 10. Да ладно. Все. Короче, я тебе хочу показать свое искусство паркура и пойти обследовать город. Чисто шок, где тут. А ты знаешь, ну, расположение всяких вещей тут? Я просто не очень-то и знаю. Да, конечно. Так, пойдем. А нас никто не остановил. Если бы остановил... Блин, а мы план-то вообще не продумали. Вот, смотри, вот это дворовый футбол. Это я понял. Смотри. Так, люди, дайте мне мячик на минутку. Спасибо. Хватит бить. А тут меня достанешь? Конечно. Не достал. Ладно, пойдем. Обследуем. Хорошо, только почему-то бегать не хочу. Не хочешь? Не хочу. У тебя еда есть? Ну да, вроде есть, сейчас посмотрю. Так. Да, есть печеньки. О! На эти печеньки. Спасибо. Только ты их не бульдозеруй. Ты мне все дал или у тебя уже не, есть? У меня чуть-чуть. Ну, мне же тоже надо. Хорошо. Слышь, а вкусно готовит твоя мама? Или она заказывает? Это куплено. А. Ну тогда пошли. Печеньки делает бабушка, а мама покупает. Но бабушка делает офигительно. То есть бабушка бизнесмен. Да не, это офис или что это? Подожди, она бизнесменщица. Офис номер 1. А где номер 2 и номер 3? И номер 4. Тут у нас таверна. Ну, возможно, их 2. Возможно. Это кафе, это не таверна. Пойдем. А это что? Это часы. Пойдем туда тогда. Пойдем туда. Давай. Ой, я забыл, на дорогу я нельзя идти. Да пофиг, тут сейчас машин нет, я сейчас на работе. Да. Ну, хотя тут есть люди, но у бомжей нет машин.
Так что не боимся. Не боимся, блин. Ту автобусную остановку. У нас их... Так, это у нас... Прохода нет. Чего? Прохода нет. Что открывайте! Вход. Вход. А, да, вход. Вход во что? Не знаю. Давай войдем. Давай сзади. Давай войдем. Где? Ой. Вот ты, вижу. Это нет прохода. Подожди. Что-то знакомое. А, я же здесь был, точно. Подожди, а что тут? Так, давай посмотрим. Касса. Фигуратное направление. Это аэропорт, что ли, или что? Пойдем сюда. Да, это... А, нет, это... А, это автобус. Да. Вот, блядь, не автобус этот. Поезд. Поезд, да. Так. Ты куда? Да пойдем, сейчас спи. Ой, точнее, не сейчас спи. Так. Тут походу строится, и пока что не достроили, из-за этого нет персонала. Пойдем, пока не спалили. Так, если что, мы здесь. Это нет. Что? Существ... А? Это что? Ну, это... на гараж похож. Или билеты. О, хочу музыку. Пойдем, музыкант. Ладно. Музыкант, пойдем. А я, кстати, песни. Кстати, вот, смотри. Могу. Да, я пока что похаваю. Да что ты хавать да хавать? Ай! Надо чуть похавать, пожалуй. Перекусим, так сказать. Все. Пойдем. Пошли. Ты где? Где-то? А вот ты. Сюда! А. Все, пойдем отсюда. Слышь? Что? Не хочешь завтра в кинотеатр пойти? Мне мама деньги даст. Хочу. Вот, правильно. Пойдем в кинотеатр. Да подожди, завтра, не сегодня. Мяу. Я чуть его не побил. Правда, в ресторан тоже хочется сходить. Точнее, это кафе, но... Ну, либо ресторан... Я похавать хочу. У меня... Я все это все печеньки схавал. Так, если что, я не ел все твои печеньки. Ты все сожрал, да? Если честно, да. Нифига себе, ты голодный. Ладно. А, давай следующее место. Давай. Что тут? А, ты тут наша школа. Ну, это, в принципе, очевидно. Это что? О, Fortnite. Рыба. Блять. А ты золотая рыба? Подожди. Ты умеешь на здание проникать? Нет. Давай я могу. Давай зацепись и прыгай. Зацепись. Да не, я не могу. Так, ладно. Кто-то скажи, хочешь шока. Сейчас посмотрю. Ну, ты человек. Автобусный парк. А, понял. Это автобусный парк. А? Надо как сюда выехать. Так. Ну, думаю, тут вообще автобус не будет. Ваш. Я паркуром поскакал. Ну, подожди меня. Да ладно. Мне кажется, я должен ходить в паркур. Нужно у мамы отпроситься. Ходить в паркур? Ну как называть? Ну, паркуром учатся сами, если что. Ну и. Валим. А куда ты пошел хоть? Ну я паркур лично сам научился. Это не настолько сложно. Кстати. Просто... Что? А не хочешь потом ко мне в гости пойти? Это тоже хочу. Кстати, а где ты живешь? Я живу. Давай после школы, а то если нас спалят, что мы поговорим. Ну это да. Так что, ну это самое. У нас тут... Стой. Что? У нас тут сосед, он все рассказывает родителям. Что... Понятно. Вот. Это... Подожди. Ё-моё! Это... Ты тут живешь? Ага. Вот такая. Давай, иди сюда. Пойдем. Кстати, Так, подожди. Выкину это какое-то. Ничего. Жвачек идет. Забыл. Подожди, а может в мусорке что-то есть? Если ты думаешь, что там бесплатная сигарета, то спасибо. Какая сигарета, я не курю. Я тоже самое. Ты... Так. Ты можешь на гараже залезть? Да нет, я же сказал, я не заминимаюсь паркуром. Заминимаешься? Слышь? Ай! Это что еще было? Стой. Я устал, давай уже это, отдохнем где-нибудь. Ну, присядь. Куда сесть? Я знаю парк где. Я пипец как проголодался.
Пойдем. А, вот и парк, кстати. Пойдем тогда в парк. О, сундук. А это что? Так. Здрасте, мистер Сундук. А я... Мне сил-то, блин, хватит сюда перелезть. Я лучше это обойду. Правда, не знаю, где. А вот вход. Ну, вход с это, блин... Как тебе сказать? Вход, короче, там. Он еще придет и... Сам придет. Я пока что паркур оттачивать буду. Я чё могу? Опа. Да блин, я еще не нашел это. Вход. Посмотри вот, хоть где я. Где? Вот я тебя вижу. Вот, иди просто вперед. Иду. Я тебе тут кое-что покажу. Молодой человек. Мне 62 года. Да. Так, все. Добро пожаловать. Добро пожаловать куда? Я здесь. Я тут. Да там было это. Я тут. Табличка. Вижу. Смотри, вот тут я изучал свое паркурирование. Да. Попробуйте. И... Нет. Никак. Давай. Давай, я в тебя верю. Давай. Может через это перелезть? Может и через это перелезть. Никак. Ладно, в принципе, тут нечем заняться. Пойдем. Я все равно отдохнем. Ну да, отдохнем. Так, я думаю, что аттракционы временно закрыты. А. Понял. Давай просто присядем. Он временно закрыт. А, ой, это мы тут нелегально чуть-чуть делали, да? Да. Ладно, давай тогда присядем, а потом уже домой пойдем.